Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Почти 2 миллиарда потратят на содержание улиц в Кирове. Прошли конкурсы на поиск подрядчиков. На все 6 лотов, которые были объявлены, поступило по одной заявке. Подавшие их компании были признаны победителями. Они пока не названы, пишет источник онлайн. Ввиду отсутствия конкуренции, мэрия не сэкономила на содержании города ни копейки. Подрядчики будут выполнять работы по начальной цене контрактов. Подписываются они на год, то есть в них входит как зимнее, так и летнее содержание дорог и улиц. 12 тысяч рублей уходит у родителей в Кирове на сборы ребенка в школу. Сколько тратят жители разных регионов на покупку формы, обуви, канцелярских принадлежностей, рюкзака и других школьных вещей, узнавали специалисты из сервиса «Суперджоп». Дороже всего подготовка ребенка к школе обходится жителям Москвы и Санкт-Петербурга – 16,5 и 15 тысяч рублей соответственно. В Екатеринбурге и Казани сборы обойдутся в 14 800 рублей. В Уфе тратят 12 900 рублей на ребенка. В Кирове в среднем это ровно 12 тысяч. Бюджет на подготовку школьника растет год от года, отмечают специалисты. 9% кировских семей по результатам опроса берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. В эфире «Экономика». В Кирове открылся еще один магазин товаров с символикой 650-летия. Он расположился в историческом здании, через которое проходят городские туристические маршруты в доме Витберга. Среди сувениров, которые представлены в магазине, можно увидеть знаменитую дымковскую игрушку, керамические тарелки с изображением достопримечательностей Кирова, изделия капового промысла, сатиновые платки с узорами в дымковском стиле, настольные игры для взрослых и детей, которые знакомятся с истории Кирова и области. Также гости могут купить в магазине натуральные экопродукты от вятских производителей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».